Да неважно, где магазин находится, если люди не жалеют деньги на рекламу. Ну, тем более, что телевизионная реклама, по сути-то, не такая уж и дорогая, хотя и не дешевая. Зато самая работающая. И поэтому шинный центр Йокогама на улице Оренбургской 2Г, что в аккурат напротив, точнее за пожарной частью правобережного района, ну, пересечение, получается, Лесопарковой, Советской, живет нормально. И это даже не центральная улица, но когда есть Йокогама, то все, идет пучком. Колеса хорошие, резина суперовская. Но есть еще и желание немножко денег заработать. К примеру, на автомобильных запчастях. Я вам секрет сейчас такой маленький открою. Не существует ни одного магазина в городе, да я думаю и в стране, где в раз сегодня и сейчас находились бы запчасти ко всем автомобилям. Все запчасти. Мало того, ситуация типичная и для Соединенных Штатов, если что. То есть, оказывается, при наличии логистики, службы доставки в магазине запчастей должен быть, по сути, интернет и один специалист. Да и, кстати, наличие в тех же штатах нескольких автомобилей в семье в очередной раз доказывает то, что рано или поздно, но один из коней встанет на прикол, а на другом можно будет перемещаться. То есть там поняли самое главное – надо терпеть и уметь ждать. Ну а полок с запчастями в действительности в магазине-то может и не быть, хотя колеса есть всегда. Можно ли заниматься запчастями, не имея вот этих всех витрин и полочек? У нас очень большой склад запчастей здесь находится в городе. И также мы работаем с многими поставщиками. Заказ у нас от 2 часов. Можете приехать заказать, например, те же самые фильтра или колодки на любой автомобиль. Если у нас есть наличие, через часа полтора-два оно будет на месте, вы можете поменять в нашем сервисе. Я хотел бы объяснить автомобилистам, что нет явной и острой необходимости иметь вот то же самое, что мы имеем в продуктовом магазине. Да, человек, понятно, кушать захотел, в рот что-то закинул, но опять же не все. Продукты питания готовить надо. С автомобилями, ну, ситуация примерно идентичная. Потому что в автомобиле запчастей очень много. Все их иметь все это в магазине, который площадь не очень позволяет иметь все это в наличии, у нас все это на складе. Так что приехали, спросили, проценили, заехали в магазин за продуктами, через полтора часа вернулись к нам и поставили запчасть, которая у вас поломалась. Ну вот тут возникает вопрос, а что с персоналом? Дело в том, что магазинов в городе, которые торгуют автомобильными запчастями, ну очень много, практически столько, сколько продуктовых автомобильных магазинов. А ваше преимущество? У нас очень опытные подборщики. Они вам быстро подберут, быстро и качественно запчасть. И это также они вам предложат разную ценовую политику. Например, подешевле, подороже, это уже на ваше усмотрение. Ну а если, допустим, чего-то нет в России? Привезем. Германия, Польша, Европа, Эмираты, Америка. Шинный центр Йокогама, снискавший популярность отличной резины, просто имеет возможность не только продавать оную. Здесь есть и сервис свой. А если есть сервис, то почему бы и не заниматься запчастями, зная о том, что наличия нет ни у кого. А цены настолько разные, что проще самому привезти. И как вы поняли, амбиции подтверждены и хорошими связями, и собственным складом. А заехать сюда-то просто. Это красивое красное здание приметно всем, кто проезжает по Лесопарковой в сторону аэропорта. Или по той же дороге объезжает пробку Ленинского района. Хорошая тенденция. Заниматься всем. Есть свой сервис, есть запасные части, есть хорошее место расположения. Улица Оренбургская, 2Г. Что за пожарной частью и на пересечении практически улиц Советская и Лесопарковая. Напомним, автомобиль имеет привычку ломаться. Но в основном, если вы следите за ним внимательно, такого не происходит. То есть, ну, застучала шаровая, сейчас она не вывалится. Даже если у вас одна свечка там барахлит, еще можно продолжать движение. Поэтому нет необходимости ломиться, затаривать полный багажник. Приехали, спокойненько определили, что вам надо. Поехали, развлеклись. Через 2 часа приехали, если вы ездите на распространенной машине. Ну, если не на распространенное, через неделю-две, такое бывает. И все. То есть не ходите туда, где много полок с непонятно чем. Наверняка там ваших запчасти-то и нету.